Приветствую вас, дорогие зрители моего канала. Меня зовут Михаил, он на канале Фунзей. Продолжим играть в Far Cry 3. И да, сегодня сюжетное задание, как и говорил в прошлой серии. Можете глянуть, кто не смотрел. Там как раз добили весь остров. Ну, я добил. Нужно поговорить с Баком. Добьем компас. И найдем меч. Ножик. Только как Цитри его отдать, если он Баку нужен? Ну, по сюжету узнаем. Давай. Как? Ты дурачок. А ты не быстро сюда добрался. Лично я? Ну да. Боюсь, что у тебя пропал энтузиазм. Но, Джесс, не волнуйся. Взять Кита. Кит. Сколько он щитом ждал? Кит все время плачет. Он становится нытиком. Заткнись. Не-не-не, у нас опять урок истории. Слушай, помнишь Дженхая? Его корабли везли богатство для династии Мин. Помнишь? Да, мистер Баксер, конечно, помню. Отвечай так. Когда я задаю вопрос, ты отвечаешь, ладно? У долбанного Дженхэ был капитан Линкон. И Линкон решил, что одному лучше, и ушел на судне Чао Янг с трюмом полных ценностей. И поселился прямо тут. Начал порабощать местных, но Дженхэ... О, чертов Дженхэ, нашел и потопил его империю за пару лет. А что с сокровищами? Отличный вопрос, Джейсон. Умный. Бля. Сокровище. Сокровище. Неизвестно, где они, не на судне. Ну, то есть я искать буду. Ублюдка тоже не найти. Этот чертов клад искали все. В том числе и япошки, весь остров перерыли. Но никто не знал, где он. Ты уж не мешкай, Джесс. Иди. Удачи. То есть япошки искали, не нашли, а я вот найду, да? Очень странно. Класс. Иду прямо под обвал. Ну чё, кайф. Почему бы и нет? Там пираты? Да-да-да. Чем он идёт, блядь, с арматуры какой-то? Или что это, блядь? Чё это такое? Китайцы, японцы, британцы. У них диалог был прикольный, но я его не решил слушать. А решил чисто их на пику точёные посадить. Ебать, сразу всех! Еба! Просто попереключался между ними. Всех одной линии просто зарезал. Минус нахуй. Так, что у меня там четвёртый? А, ракетница. Ну все, минус все. Так, патрончики. Оп. Так, это максимум, блядь. 320 максимум. Так мало, по-моему, раньше 400 было, нет? Вообще-то я не в настроении для барбекю. Не понял шутки. А, ну вот в чем шутка, наверное. Ну только что-то он не в тайминг ее сказал. Странно. Так, ну бабки собираю, чтобы у меня потом на снайперку хватало. Когда я сюжетное задание прохожу, у меня дальше будет доступна снайперка. Ну там дальше аванпосты, вышки на втором острове будут доступны. И вот как раз бабки мне понадобятся. Поэтому я собираю с них эту всю херню. Снайперы. А. А можно было бы и не собирать. Мне снайперка нужна, а то мне четвертый слот чем занимать. Нахрен мне эта ракетница нужна. У меня гранатомет есть. А нахуй. А это для чего двигать? А, сменить позицию. А, да, вагонетка дальше не двигается, надо поменять. Минус нахуй. Всё. Минус все. А зачем эту двигать? И чё? Хуй его знает. А, ну мне надо сюда залазить. Давай. Да, блядь, ну... В
почему ты сразу переполз через эту штуку? Нет бы просто подняться. Да ты заебал, Джейсон. А, тут мост есть. Вот, убил наконец-то, блядь. А то я по нему шмалял. Да я ёбаный снайпер просто. Чё тут? Ханельчик какой-то будет, что ли? А, ну да, вот, сундучок. А тут чё? Бронежилет, нифига себе. Так, ну с него я пособираю бабок там. Всяких приколюшек, которые тоже продавать можно. О, пластиковая банковская карта. Золотая цепочка. Звучит дорого. Сломанный компас. Звучит недорого. Опа, аптечка. Патрончики дополнить. А, ну у меня максимум уже. Ты чё, еблан? Ты куда там, блядь, кидаешь свои гранатки? Конченый. А где второй снайпер, не понял? Вы куда труп дели? Я там двух снайперов убил. Да, я двух снайперов убил, а где второй? Что, блядь? Ебать. На нахуй. На нахуй. Придумал. Что ты придумал? Крышу. Крышу обрушу. Давай. Ну что-то она не особо помогла. Обрушенная крыша. Блять, пучий огонь. Меня бесит этот чмол с коктейлями Молотова. Своими гранатками кидается. Блять. Все, минус. Блять, дай ебаный огонь. Да удар. Да блять, огонь! Там еще один, блядь, стоит. Ты заебал, мудила. Я опять горю, сука. Меня заебало это горение, натурально. Так, патрончики, кайф. Да, блядь, ну какой калаш, ну ты чё? Отдай моё оружие. Пулемётик мой, сасный. И опасный. А куда у меня пол обойму делось? Чего, блядь? Так, дай-ка я сундучок залутаю. Оп. Белая покерная фишка. Попробую. Компас вставить. А, ну часть компаса, не помню. Подожди, то есть... Я бы никак эту часть не залутал бы, если бы случайно ее нашел. Без тех храмов. Если представить, что это вот типа не игру создали, а вот прям... Эти храмы сделали. Это ж прикиньте, как да. Заморочились они. Это не страшно. Что не страшно? Варан не страшный. Ну соглашусь. Тупик. Ну давай, подниму ключик. Кольцо. Ну там какая-нибудь жижа, наверное, поднимется, как в Диана Джонсе. Или что-то обвалится. Нет? А, просто механизм сработал. А я-то думал, что-то валится. Или там нальется. Да, блядь, вараны ебаные. Упал нахуй. А хотя ты и так был прижат к земле. Опущенный. Блядь. А, я даже урона не получил. Где змея? Варан ебаный.
Мне уже вараны ни к чему. Я уже насобирал себе все, что нужно было, в принципе. Ну, кроме там этих. У меня там еще немного осталось, надо будет заняться этим как-нибудь. Почему у меня плохое предчувствие? Не зря. Тут явно какая-то жопа будет, как обычно. Ого. Храм опять. Охуенный лифт. Не, ну пиздатый лифт. Ну, благо ничего на меня не упало. Просто рядом все попадало. Везение, да и только. Ясно, здесь не выбраться. Да, блять, ебучая змея. Ну, если мне будет не лень, то, возможно, это пойдет в YouTube Shorts. Я до сих пор тот момент в Даймлайте не выложил. Ого. Хотя он довольно интересный был. Да, блять, опять варан. У меня уже под прям патроны уходят. А будет пополнение сегодня патронов? О, новая часть компаса. Последняя? Или нет? Часть компаса. Ну опять храм обваливается, а. Да я заметил, слушай. Блять, тут еще вот есть. Храм обваливается, мне говорят бежать, и тут самый Миша со своими сундуками. Тот самый Джейсон с осмотрением того, что происходит сзади. Ну как без этого? Охренетная подсказка. Левый shift бежать. А я прям, ну вообще, ну я не знал. Как бы я игру-то проходил все это время без знания, как бежать. Или я вдруг мог забыть, блядь, как бежать. Нихуя он по краю от... Как он по краю ты побежал тогда за Габи? Или одной? Или он типа подпрыгнул, уперся и отпрыгнул? Я не заметил. На мне жучок, да? Да. Да ты мой любимый ученик. М? Эй, не подходи. О, так теперь ты тут главный, да? Гектор? Я тут, похоже, больше не главный. Так что разбирайся. И не забудь вспороть кита от паха до шеи, ладно? Ну, стой! Постой. Не, ну он заебал. В чем дело? Ты здесь главный. Он явно никому не знал. Что? Там маленькая версия телефона, блять, на экране. Да не трогай какие-то. Его же телефона. Так. Как успехи с ножом? Да. И как он кому-то мог так быстро позвонить? Думаю, я близок. Близко, сэр. Ты шутишь? Ладно, ладно, близок, сэр. Там в натуре маленькая версия телефона. Давай, собирай компас. Что, блять? Ну все. Да, последний. Я отчаливаю. Mm-hmm. Удачи. Отчаливает? Так он меня явно будет ждать на последнем пункте. Так, ну там ножик должен быть, да? А где это? Я, по-моему, смотрел в ту сторону, да? Вот она, да. Так, оп. Телепортнуться. Ну, короче, я все закупил. Кайф. А, это прям чуть ли не первый аванпост. Или сам, прям самый первый. Так, у меня навык вкачался? Нет! 5 XP, блядь! Ну, это пиздец. Это что за издевательство, нахуй? Ну, 5 XP. Могли, я не знаю, мне... Я не знаю, дыхнуть нахуй этим экспишкой последней. Псы. Ну мне Кират помогает, давай. Спасите меня, блядь. Я не хочу на них тратить пули, это слишком дорого.
А, не уже. Да сука! Вы чё, блядь? Очень странно, не помогают, то помогает, то нет, блядь. Чё они резко не всех собак убили? Гении, блядь. Головка от хуя. Привет. Пока. Ебучий бамбук. Сколько мне там еще бежать, интересно? Блять, кого они там опять увидели? Походу пираты. А, это спереди. Ну ладно. Все, минус. Ну блять. Ну зашибись, у меня теперь пол обоймы нет. Один бакс! Я ради одного бакса проебал тут бабки. Ой, патроны. Очень вовремя появился, да? Интересно. А как тут забраться, блядь? С какой стороны мне обходить? Ну давай, не знаю, направо пойду. А какой предел моего кошелька, кстати, вот? Я что-то задумался. У меня уже 5000 долларов. Какой предел кошелька? Ну, кстати, ни хрена себе. В этот кошелек уже 50 купюр поместилось. Это нехило так. Да, блядь, мне прям подниматься надо, что ли? А, да, походу. Тут, сука, вот здесь какой-то подъем есть. 300 метров до туда херачить. Я манал. Ну, придется бежать, что делать. Все-таки надо было налево, походу. Направо не получилось. Надо было мини-карту глянуть вообще. Линкунг, я полагаю. В чем прикол? Что за название такое? Типа задание Линкунг, я полагаю, а задача поговорить с Баком. Так, убрать надо меточку, чтобы она меня не бесила. Бля, да они заебали эти дикие собаки. Они реально прям, ну, бесят нахуй. Чё они так спауниться начали? Ебать, он там вопит нахуй. Нихуя себе, он тут отдыхает, блядь. Ну, кстати, я помню, когда я проходил Far Cry 3, раньше, вне записи, он у меня в воздухе висел. Я даже, по-моему, где-то был у меня такой момент, но я видосы не монтирую, я вряд ли ставлю. Давай, попизди. Он прям знает, где я нахожусь, каким образом. Компас указывает вниз. Да? Где привет? О, пока. Что ж ты? Учим историю. Могила Лина Хо. Блять. Есть легенда, что он стал типа фараона и заставил местных построить ему гробницу, прежде чем Джан Хэ сжег его империю. Никто не знал, где эта гробница. Но у меня есть догадка. Буду аяж, друг. Не проблема, сделаю. Окей. Сейчас будет прыжок веры нахуй. Да, бля, где сундуки? Да. Так, и тут еще один, вот он, вот он. Так. Прыжочек смачный. Оп! Я не подпрыгнул, я упал. А, я все равно не сдох. Я тупо подскользнулся на камешке, у меня пробел не засчитал. Так, окей, я забрался. Надо заходить внутрь. А, повыше, что ли?
Ну не просто так ляна же остались. Ну да, вот повыше. Так, окей, опять эти пещеры. А там чё? Давай гляну. Ебать, тут храм какой-то. Ебать, реликвия. А дальше что здесь? О, новый уровень. Так, точно, я ж хочу вот эту да, штуку вкачать. Надо будет потом на лампосты гонять и... Что здесь так? Охренеть, здесь пещера большая. А зачем они такую огромную площадку несюжетную добавили? Они идиоты? Или это типа выход потом будет из пещеры? Я хз. Это другой вход. Что, блядь? Чего? Подожди, то есть... Это практически в одном месте задание? Да, я там же! Охуеть! Я не ожидал этого вообще! Я в ахуе. А как? Вол, возьмись. О! А, блять, я думал, ты грибочки. Как же эти ляны еще мертвый остров напоминают? Ну пиздец, я реально, я вообще не ожидал это увидеть здесь. Охренеть. Это прям, ну, это вообще рядом, просто стена разделяет. Им, походу, вообще места не хватало на создание игры, они практически упор отлепили на задание. А сейчас я вообще неизвестно где, да? В воде, блядь. Прикольно было бы на эту всю стилистику глянуть, как в бутмоде. Чехбак, что ли, навёл? А ведь реально, кстати, а что они здесь делают? Слушай, хорошая мысль. Чё, я сам об этом не задумался. Но если Пак знал, куда я пойду, то, вероятно, вот это сделал. Я ему стреляю в тело, он говорит, я даже не заметил, ну, типа, обозначает, что ему, он не почувствовал мои пули. Но при этом через пару секунд сдох от этих пуль. Что-то вообще, ну, странная фраза была. Так, ну я все-таки буду не каждый тупо обыскивать, а то что-то меня заколебало это делать уже. Лапки-то нужны будут. А чё у вас тут ещё-то много? В смысле, а вы чё в моей перестрелке-то не участвовали? Я чё по приколу, что здесь стрелялся? Чё за инвалиды? А хотя, знаешь что, надо вот этого жирного общупать. Я его общупал? А, вон, я его не общупал. У него ж патрончики. Нужные мне, да-да-да. И может я ещё из него выпадет. Не, нихуя не выпало. Ну ладно. Так, взять. Погнали. Чё сразу рот-то, блядь? Тут прямо паутина. Нихуя вас там. На мини-карте можно глянуть, её охереть. А, паутина это типа мини-карта оценил он или что? Ебать, я тут расстрелял. Бегите,
Найс. Но надо все-таки с гранаты убивать, что-то я прям, ну, слишком полагаюсь на пулемет. Ну пулемет мощный, зараза. Это тебе не Call of Duty, чтобы были какие-то проблемы. С Call of Duty ты можешь и умереть от NPC. А здесь, ну, умереть от NPC это только когда тебя просто со всех сторон окружают, и ты вообще ничего сделать не можешь. Так, погнали. На нахуй. Чисто угадал момент, наверное. Либо оно так само сделано, либо я как-то угадал момент и спрыгнул. Ну, я нажал, чтобы спрыгнуть, но может я в тот тайминг нажал, когда оно само уже произошло. Тут, кажись, кислота. Я туда не пойду. Серная? Чё-то мне кажется, что это серная кислота. Блядь. Ебать, тебе пяточку подожгло, да? Блядь, а на какую кидать-то гранату? А гранаты-то на какую? А на тебе. Сдохни. Убил. Я убил гранатой. Так, а чего в итоге? Ебать его вынесло, он чуть не свалился. Было бы прикольно. Так, навыки. Блять, не то. Вот, одного засчитало. Ебать, испарение. Выхлопы идут. Ой, блядь. Ай, прям с ракетницы-то мне оглушило, нахуй. На тебе, сучка. На тебе еще гранату. Вот так вот, на тебе. Туда, бота, бля. Так, еще один получается. Сейчас хочу перепроверить. Да-да-да, плюс два уже. Так. Окошко прикрыл. Все, можем продолжить. Все. Где тут? А, я могу просто пойти, блять. Обожгло у меня. Да кто-то меня замечает, блять. Ебать вас там. Это в плане количества, а не в плане действия. Ну хотя русские так должны понимать мои слова. Чё там, кто-то идет с пулеметом, что ли? Или тут кто-то дергается? Что за звук? Нихуя! Ты мостик делаешь? Это от него звук. Блять, он просто сгорел от молотова. Ничего не подействовало, а? Блять. Нож тебе. Взял, подгорел. Так, ну все. Передо мной прям ножик должен быть. Так, взял. Та же дверь, что и раньше. Да. Только уже открывается полным компасом. Так. Ножик. Блять, там еще дальше походить надо. Сезам, откройся. Блять, что за пролаги? А, это прогрузка, ух, короче, ты, дальше так карты. Просторно. Просторно? Так и до этого было просторно. Ебать, сколько же здесь кислоты. Прям можно искупаться и раствориться нахуй. Ну вот, я, кстати, был прав. Серная кислота. Я либо помню с прошлых раз, когда я проходил игру, либо
просто угадал. Скорее первое. Ну не, я скорее не помню, а вот просто вспомнил конкретно вот эту фразу про серную кислоту. Ебать. Большинство какое-то или что это? Куда ты отодвигаешься, блин? А. Понял, проход открылся. Откуда эти змеи, блядь? Чем они питались вообще? Чем варан питался все это время? Как он здесь живет? Тот парень был совсем чокнутый. Так. Ну там выход, походу. А это ножик. Гробница. Где должен быть ножик? Как сказал Бак, шедевр. Вот ты где. Да-да-да, вот он. Бегом! Чё за башка, блядь? А, дракон. Ой, блядь, огонёк. Я хочу жить. Ну, хоти. Сука, я успею? А, блядь. Вообще неожиданно, нахуй. Давай, ползи, сучка. Сейчас клаустрофобы вообще охренели, да? Тебя нет. Бак Хьюз? Нет. Ты нашел? Нож? Гробницу? Да, нож у меня. Я иду. Встретимся у меня. Все, я нашел ножик. Грустное воссоединение? Чего? А почему? Мне кажется, я вспомнил почему. Ну, сейчас узнаете. Ну, короче, как сказал Джейсон, тот, кого зовут Бак, он полный мудак. Ну, конкретно этому Баку относится, а не ко всем людям с именем Бак. Да, блядь, а как туда подняться-то нахуй? Ну, сейчас, короче, поймете, что я имел в виду. С Баком. Сука, как туда подняться-то, блядь? Он вот здесь проходил и зашел куда-то. Блять, или не здесь он проходил? Я не помню то задание, а как туда подняться-то, сука? Или в обратную сторону надо идти? А почему тут затопило вообще? Я не помню, чтобы раньше здесь столько воды было. Сука, куда мне? Может, попробовать обойти как-то? Здесь выход из деревни есть. А как подняться-то туда, нахуй? Тот самый красный камень. А вот и здесь подъем, блядь. Надо было именно выйти, походу. Блядь, мышку дернул. В принципе, я приехал. Ищите дом Бака. А я раньше не был в доме Бака, почему сейчас другой? Окей. Пусть будет. А, это был не дом Бака, это был дом этого... Человек, который мне помогал. Ты нашел его. Ладно, да. Давай сюда. Сначала кит. Белый пиджаке был дом этого. Он за дверью. Нужно отдать должное китаёзам. А клюс-то зачем, если даже не открыл? Они делают это кроваво. Представь, что тебя им убили. Все равно, что быть убитым пером Шекспира. Блять. О, кит. Прошу, хватит, прошу, умоляю вас. Я больше не вынесу.
Ебать, я так хуёво. Джейсон, вытащи меня отсюда. Умоляю тебя, умоляю. Ты должен вытащить меня, друг. Я тебя вытащу, Кит. Да нет проблем, обещай, мы выйдем отсюда. Обещай мне. Да, кстати, насчет этого. Я ведь щедр, да? Угу. И я бы хотел отблагодарить тебя, знаешь. Правильно, по-мужски. Ты чё, охуел? Ебать, по-мужски, конечно. Я вообще сказал, что Кит пойдет с тобой, но ты никуда не пойдешь. Мы выйдем отсюда! Выйдешь, когда я разрешу. По-мужски, блядь, не надо тут гачи-мучи устраивать. Ну тебе наебашат. Бак, не надо, тебе пизда. Ты чего такой неласковый, а? Ну заебал натурально, вот поэтому. На нахуй поебал. И на тебе. Еще пару раз ножичком. Ну чё ты только один удар, а? С первой попытки сделал, охуеть. Достал тебе. Джейсон. Теперь ты это мой ножик или цитри отдаст? Пойдем со мной, я знаю безопасное место. Блять, я диалог проебал. Ну, маленькая куча диалогов. Сейчас еще вернут его оттуда. Прикольно будет. А потом еще с этим, с Деннисом поговорить надо будет. По рации. Че за хуйня? А этого я не помню. Это типа про то, что Джейсон начинает быть более безумным или что? Не говори им об этом, хорошо? Ладно. Мир сошел с ума, друг. Думал, смогу сделать все сам. Не вышло. Ты еще отойдешь от всего этого. Ну, теперь можешь спокойно жить. Я не пока смогу. Что. Я найду Райли. И мы быстро вернемся в Санта-Монику. С кайфом. Райли мертв. Ой, бля. Прости. Он пытался бежать, и его пристрелили. Кит! Мне жаль. Кит! Боже! Нет, Райли! Привет! Братан, чё с тобой? Долго рассказывать. Поможем ему. Так получается, все вы спасены уже, что ли, раз Райли умер? Вас и ходят, ублюдки. Одного брата не хватило, я их достану. Всех. Клянусь. Ха! Ебать, не ебало! Она вообще вовсе. Что случилось? Райли мертв. Тебе нужно это пережить. Останься здесь, я помогу. Я могу помочь. Просто тебе. Не приплетай сюда нас. О чем ты говоришь? Мой брат погиб. Опять ты холодный, блядь. Я должен справиться с этим сам, ладно? Ладно. Я буду здесь. Блять, ты такой черт, Джейсон, ну ты заебал. Ну я понимаю, месть бесит, но я хотя бы отдохнул бы и... Че, отдых тоже лишь мне бывает. Еще троих убить и все. Гранатами. Я смогу потом вкачать убийство тяжеловеса. И спокойно убивать тяжеловесов ножичком, нахуй, на-на-на. Ебать, татуировочка новая. Они теперь вон в палатке откисают. Подожди, а где еще один этот? Который кайфарик. А где он, нахуй? А ведь в натуре. Кстати. Я так и не потестил эту штуку. Надо будет как-нибудь заняться этим. А то мне кажется, вот если я кого-то еще спасу или еще что-то сделаю, в плане то, что я сюда попаду сюжетно, то это будет финал уже. А нас будет затестить как-нибудь. Так а где этот кайфарик-то? Я не понял. А эти реально, а где он? С
Сука, где кайфарик? А, вон он вдалеке, блядь. Он вон там вдалеке стоит. Чё он там делает? А с ним можно побеседовать? А ты чего один сидишь-то? Удержите для использования. А, я могу сундук открыть. Я могу и с ним побеседовать. Давай. А ничего. А, или это я вкинуться могу? Слышал про твоих братьев. Ой, бля. Я... Это Галяк. Мы заботились друг о друге со смерти отца. До сих пор. Повезло им с тобой. Мои родители слишком много летали по всему миру, чтобы замечать меня. Грустно. Впервые моя семья. Терять Райли Гранта... Это больно. Да. Слушай, можно и мне? Паша, нет. Не сходи с пути. И ты вытащишь нас. Тех, кто остался. Черт, какой же я нытик. Наверное, это с позавчерашней экстази. Синдром вторника. А я не шарю про синдром. Прости. Вторника. Да ничего. Знать бы, что делать. Просто диалог. Поддержал немножко Джейсона. Так, я не понял, почему, кстати, Джейсон Броди, а у них другая фамилия? Они двоюродные, что ли? У Райли другая фамилия, судя по всему. Или, типа, там, я не знаю, какое-то отчество странное. Отнесите кинжал Цитре. А с Деннисом разговор-то будет? Алло, Деннис, нахуй. Где диалог, блядь? Деннис заебал. О, там еще дополнительное задание какое-то есть. Связь вернем. Я, кстати, дополнительное задание не выполнял. Вот такие вот именно, которые как восклицательный знак. Тут сундучок. Я не понял, а где разговор-то с Деннисом? Или все, Деннис отошел от дел, что ли, блядь, или что? Где Деннис, нахуй? Фиг его знает, где Деннис. Ну, на этом я, пожалуй, закончу. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, нажимать на колокольчик, рекомендовать друзьям. Вот прям нажимайте на эти кнопочки. Это очень помогает каналу, очень мотивирует меня. И в целом становится как-то, ну, настроение поднимается. Также вот я для вас что-то снимаю прикольное. Нажимайте. Будет классно. Ну и что ж. Всем удачи, всем пока. Спасибо за просмотр.